Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в комплексе Коха Навруз в городе Душанбе. В работе саммита принимают участие лидеры Кыргызстана, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также главы государств, имеющих статус наблюдателей. Это Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Перед началом заседания прошла церемония коллективного фотографирования лидеров стран-участниц ШОС. Саммит проходит под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.